Я уверен, что для всех нас, и для юношей и девушек, студентов наших, и для преподавателей, коллег наших, это будет полезный разговор. Это будет, наверное, заявка на ту миссию, которую осуществляет весь наш народ, вся наша страна. Я думаю, студентам будет полезно послушать такое, чтобы поднять как-то себе дух такой, настроиться на учебный процесс, который начался после выходных. Поэтому, я думаю, будет здорово. Пришел сюда для того, чтобы прочитать свою четвертую лекцию в моих стихах, которая называется «Цивилизация совести». Молодежь развивалась, расширяла свое сознание во всех направлениях, и на уровне духа, на уровне души, и на уровне тела, и также научных знаний. А здесь как раз конкретные знания даются в этом колледже, которые практически можно применить.